С 25 по 30 марта в Москве прошел заключительный этап Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 300-летию Российской академии наук. Его география охватила 12 стран, 58 регионов России, в том числе Крым, Севастополь и новые территории. На этот раз Дагестан, а в частности Каспийск, представлял юный каспийчанин, ученик 11 класса школы номер 13 имени Расула Гамзатова Ахмед Гусейнов. На всероссийском уровне молодой человек представил свой проект. Разработка и внедрение беспилотных летательных аппаратов и занял почетное 3-е место. У нас были разные экскурсии по университетам. И также была организована экскурсия на ВДНХ специально для участников конференции «Шаг в будущее». И уже с 27 по 28 марта у нас уже проходили сами выслушивания работ, техзащиты. И я выступал именно 28 марта и при выслушивании занял 3-е место. Как утверждает Ахмед, поездка и участие в таком престижном конкурсе дает только положительные эмоции. Помимо познавательных экскурсий, новых знакомств, опыта и масштабности самого мероприятия, полученный сертификат призера дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Благодаря победе тебе дают сертификат, который ты можешь при поступлении показать, и тебе добавляют 7 баллов в РТУ РИГА. Это Российский технологический университет, который находится в Москве. И если ты туда поступаешь, то у тебя есть особые привилегии. По словам руководителя детского технопарка «Кванториум» города Каспийска Марата Гусейнова, благодаря этой победе теперь появилась возможность формировать городскую команду. Эксперты МГТУ имени Баумана высоко оценили качество наших работ и проектов. Благодаря этому мы стали ассоциированным участником программы «Шаг в будущее». То есть мы можем теперь сформировать свою команду из города Каспийска для представления нашего города в следующем году. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ребят из города Каспийска присоединиться к нам для обучения и подготовки к международному форуму «Шаг в будущее» 2025 года. Руководитель кружка также отмечает, что данный конкурс открывает возможность для молодых талантов проявить себя и достигнуть больших высот. Хочу поблагодарить нашего президента за уникальные возможности, которые открылись перед нашими ребятами, вот благодаря «Кванториуму». Также хочу выразить благодарность нашему мэру города, управлению образования, нашему директору лицея номер 13 имени Расула Гамзатова за ценную поддержку и помощь в подготовке к этому конкурсу. Сейчас Ахмед Гусейнов готовится к сдаче предстоящих единых государственных экзаменов и в будущем планирует связать свою жизнь с инженерно-технической специальностью.